В среду 10 декабря в областном музыкальном театре состоялся торжественный вечер, посвященный десятилетию ОАО «Рязанская ипотечная корпорация». К своему юбилею корпорация, по словам его генерального директора Екатерины Швангиной, подошла со значительными успехами. Сегодня у нас действительно торжественный праздничный день, мы отмечаем десятилетие нашей корпорации. Я думаю, что за эти 10 лет мы достигли определенных результатов. Объем кредитования на сегодняшний день превышает 2,6 миллиарда рублей. С нашей помощью более 3500 рязанских семей приобрели свое новое комфортное жилье. Поэтому я думаю, что все-таки результаты неплохие, но они никоим образом не позволяют останавливаться нам на достигнутом, а только налагают у нас еще большую ответственность. И я надеюсь, что дальше пойдем только с более лучшими успехами. Каковы планы на будущее? Ну, в первую очередь, это участие в реализации программ «Жилье для российской семьи», продолжение реализации областных целевых программ, продолжение реализации программ по федеральным стандартам. И я думаю, что не за горами выход на рынок ипотечных ценных бумаг. В праздничный вечер коллектив корпорации принимал поздравления от гостей, среди которых был и заместитель председателя правительства Рязанской области Шаукат Ахметов. По поручению губернатора Рязанской области Олега Ивановича Ковалева от имени правительства Рязанской области сердечно поздравляю коллектив акционерного общества Рязанской ипотечной корпорации с этой круглой юбилейной датой. Спасибо большое, дай Бог вам здоровья, терпения и дальнейшего процветания.